Hey you guys, с вами Шмики, и мы продолжаем радить игру под названием Darksiders 2 Dead Vision Edition. Окей, в прошлой серии мы остановились с вами на том, что убили огромного голема. Что у меня по инвентарю? Хотя бы. Так. О, у меня целых 2 очка, ё-моё. А чё не прокачаюсь? Жатва. Приобрести. Так, вероятность критического удара, да? На 15%. А тут у нас что? Враги, пораженные жатвой, на ненадолго получают больше урон от всех атак смерти. В принципе, это тоже нормально. Я думаю, это нужно прокачивать до конца будет, а это уже потом второстепенным способом. Убили с вами... Вражину, блин, у меня одна хилка. И здесь у нас стоит голем. И дальше сундучок. Большая громила. Они могут болеть, хранитель, но тебя не тронула порча. Пока что. Порча? Значит, это не сон. Творцам нужна моя помощь. Творцы сказали, что тебе под силу добраться до плавильни, в которой находится страж. Плавильня? Да. Там я был создан. Но все утеряно. А сейчас тебе понадобится моя помощь. А, твой сон. Порча разъедает твой мир, пока ты спишь. Камни тяжелы, отдыхать проще. Во сне я снова могу двигаться. Во сне я снова обретаю плоть. А, развалины? Что это было за место? Я не могу тебе сказать. У меня вертится на языке, но... Кажется, мой язык не со мной. Ты поможешь мне, древний? Да. О, они... Там сундук, в смысле? Он что, отсюда уходит? Держись, малыш. Фу, он идет в ту сторону. Я уже думал, он отсюда уходит. А, да, он куда-то уходит. Они ушли, класс. А там сундук. Во сне я чувствовал, как страж пытается проникнуть в мои грезы. Он самый сильный из нас. Но в его сердце поселился голод. Страж был создан, чтобы разрушать. У него так много общего с порчей. Ты должен поговорить с Эйдардом и помириться, пока мы не перешли черту. Дороги назад может и не быть. Вы это, блядь, сейчас серьезно, да? Вы мне вернули в самый... А... Окей. Что у нас по заданиям? Там сундук. А хотя я ж могу теперь быстро перемещаться, я вспомнил. Это я раньше пришлось мне на коне бегать постоянно, а теперь... Так, поехали. Шаманское ремесло, нужно вернуться. Так, кузница, молот. Ага. Горвит. Он здесь находится? Кузница? Так. Ага.
потерянные находки, часть 3. Ну, это я вернусь туда. Так. Короля убить какого-то. Найдите, убейте Эхидну. Эхидна у нас вообще не здесь. Эхидна у нас там хорошо. Значит, мы чисто возвращаемся. Куда еще попасть? Да. Это впервые мы перемещаемся, поэтому как-то так. Сейчас мы быстро бежим обратно. Не знаю, сколько это займет времени. Но мне нужен этот чертов сундук. Так, это обратно. Мне придется идти одному. А, у нас же тут еще и это с драконами. Точно. Так, хорошо. Значит, не тратим ни секунды, быстренько бежим. Берем сундук и валим отсюда. Хорошо, что они все тут стоят на месте. Не нужно много времени тратить. Так, только... Ага. Так, здесь я был. Окей. Куда мне нужно? Чисто по прямой, да, бежать? Ну, сундук там на самом деле хороший, поэтому, ребят, чисто ради сундука это делаю. Это дело делаю ради сундука. А, я тут ворота открыл, ё-моё. Значит, просто будем бежать. Мастом. Не место для лошади. Жалко, жалко. А, у меня ярости нету. А, я ульту ж тратил, точняк. Я ее называю ультой, потому что я типа играл в доту много раз. Там супер атака называется ульта. Поэтому и здесь у нас ульта. Не, ну. Боссы такие себе, на самом деле. Слишком блатные. Но мне цвет их не нравится. Так. Надеюсь, если не ошибаюсь, я могу быстрое перемещение делать, да, отсюда? Или нет? Так, у нас здесь было файтинг. О. О, еще золотишко подобрал по пути. Опа, у нас 23 тысячи. А вот это вот хорошая сейчас новость, потому что я телепортнусь в магазин. Когда мы вернемся уже в кузню, да? Где у нас этот квестик основной. И я там должен буду купить новые способности, ну, атаки, виды атак. Если они мне нужны будут. И оборудование. Может быть броня, если там будет нормальная. А вот и сундучок. Надеюсь, что-то ценное. Одержимый серпа. Угу. Ага. Окей. Быстрое перемещение, как я понял, я делать тут не могу, да? А не, могу. Отлично. Я думал, что если не могу, то это, блин, возвращаться на начало. Сейчас мы все это сделаем, делала. Так. Ну, как раз я рядышком. Я починил вашу кузницу и оживил камень. Но приблизился ли я хоть немного к древу? Скажи мне сейчас, древний, другого шанса может и не быть. Я слышал, плавильня опасна. Так же, как и древо, всадник, да и весь лес. Поэтому ты и должен разбудить стража. А ты не спрашивал себя,
Зачем нужно искать древо? Только у древа жизни я найду то, что оправдает моего брата. Древо жизни — это врата. Через них мы можем попасть в миры, о которых и не мечтали. Идет ли речь о мире, покрытом лесами и океанами, или о мире льда и вечной ночи? Древо существует везде. Оно может выглядеть по-другому, но это то же самое древо, и его корни связывают все миры. Путешествия не заканчиваются у древа жизни. Они там только начинаются. Серьезно? То есть, когда я туда приду, игра не закончится, будет дальше продолжаться? Потому что из DLC я еще ни одного предмета не нашел. Так, я с тобой поговорю, подожди. Что, блин, ладно, давайте прокачаем. По квесту. Так, вы пробудили хранителей затерянного храма, теперь нужно отправиться в плавильню и найти стража величайшего... Ага. Фигушки. Мы возвращаемся. Теперь я должен немного сделать. Так, с тобой все? Я нашел это. Не переживай, творец. Теперь ты сможешь найти дорогу домой. Этот компас указывал мне дорогу к разным чудесам. И сейчас я держу его в руках и чувствую себя на 500 лет моложе. Спасибо. Вау. Он мне же все-таки что-то дал. Рукавицы жестокости. Неизвестный творец сделал это рукавицы из костей, поверженных им демонов, чтобы отметить свою победу. Носящий эту рукавицу будет обладать звериной энергией демона. Чем больше урона вы наносите, тем сильнее и ужаснее становится его удар. Вот это вот интересно. Так, у меня 30 кусков теперь. А вот это вот интересно, а ну-ка стоять. Так. Блин. Затрат ярости. Давайте я просто одену их. Надеть. А. Блин, ну в принципе, как выглядит. На самом деле не очень, ладно. Где мой боевой молот? Надеть. Вот молот жесткий. Молот херячит, как я не знаю, бешеный как. Мне сейчас должны супер реликвию дать. Еще можно походить быстро по тем локациям, где мы были. Ты коснулся темноты и не раз. А, знаешь что, я нашел материалы. Вот то, о чем ты просила. А, спасибо, всадник. Ты не пожалеешь, что послушал меня. Этот талисман поможет тебе добиться желаемого. Боюсь, только ты не сможешь переломить свою судьбу. Не смогу, но погну обязательно. Мне плевать. Реликвию. Блин, не, вот это вот реля отсылка вот на первую часть вот у смерти. Блин, за спиной вот это значок ярости, который мы использовали в войне. Ладно. У меня есть для тебя новые талисманы. Все. Если смотреть, что они дают, то это не очень такой, знаешь. Эти хилки можно купить. Ладно, давайте, если деньги останутся, я куплю хилки. Так, мрачный талисман. Творец прозрачный, так... А... Прозванный Безумным Кузнецом, выковал этот талисман из орудия и доспеха воинов, убитых на мертвых равнинах. Мрачный талисман был создан, чтобы выделять и концентрировать силу некроманта из ада. Благодаря мрачному талисману, любое оружие его владельца будет при каждом ударе вырабатывать энергию жреца. Что-то мне кажется, это не очень такой ж камильфо предметок. Да.
И все, серьезно? Ты мне даешь только особенность мрак. Защита 16, крит 3, магия и здоровье. Ой, ладно, допустим. Одеть. Ты пожнешь, я посею. Да. Дальше. Если есть миссии здесь неподалеку, нужно их сразу выполнить. Так, найдите, убейте Хидну. Ага. Вернуться в затерянный храм. Классно. А, так стоять. Быстрое перемещение. Так, ну это там. Там тоже тот же там. Горвуда. Вейхер, ты где? Ага, Вейхера сейчас пойдем искать. Так, молот. Сейчас за молотом сходим. Ну, камни они везде раскинуты. Окей. Значит, Горвуда идем убивать. Убьем Горвуда, получим что-то. Только у меня хилок нету. А, его убить? Я не хочу его убивать. А, тю! Фу, я понял, поздавать нужно. Горвуд лежит под землей. Значит, мы потеряли одного из наших величайших союзников. Итак, кого ты убьешь следующим? Плюс экспам. Так, это мне дастся на 12-м. Сейчас у меня 10-й. Так, давайте, ладно, сразу... Что мне дать? Перчатки. Сразу прокачаю до конца этот. А, тут, в принципе, не так уж много. На самом деле, походу, когда я дойду до древа, это закончится игра, потому что тут дальше никуда прокачиваться. Так, карта. Бэкстейп. Так. Вейхера. Пойдемте убивать. Блин. Как мне быстро так... Там. Сейчас пойдем и убьем. Пить хочу, сорян. Так, потратить эти очки в разделе древо мини, бла-бла-бла. Елок у меня ноль. Плохо. Ну. Ау, точно. Все откладывается. Да. О, рунка. Это невозможно. Откладывается, потому что... Мне нужно, чтобы цепляться. Вау. А я не могу его убить, потому что он там под землей летает. Ладно, что у нас еще было здесь поблизости? Так. Кажется, что-то с молотом у нас было связано. Где кузня? Вот кузня наша. Быстрое перемещение, да. Пойдемте, короче, отправимся. Потом я быстро схожу там где-то херь.
Не знаю, что это за быстрое перемещение, но сходим. Почему я отсюда потом ушел? Ладно, непонятно. Под водой у нас ничего? А нет, есть. Руныч есть. 26 рун. Блин, а я не... Я улучшение не купил. Ладно. Верните карту, верните... Блин, а. Ладно, давайте уже тогда нормально закончим, я думаю. Ну как, закончим. Чистим это логово, потом пойдем. Вот в первой части нам сундуки не показывали, где находятся. Нужно было только карту покупать. Она стоила денег. Так, разрушенная кузня. Как-то уж слишком просто, не думаете ли? Так, Руныч. Блин, что делать? Не, давайте все-таки это. Я так подумал. Ну, уж слишком подозрительно это место. А для чего мне нужно вернуться было? Так, стоять. О. Так. Найдите разрушенный кузнец. Так, найдите молот. Ага. Это... Или подождите. Это вода? Да, ну блин, мне что-то кажется здесь не так уж просто. Здесь что-то еще есть. Молот. Ради молота, что ли? Ладно, погнали. Я просто думаю, а вдруг это и есть вот тот DLC? Посрать. Уже посрать. Сразу прыгает, еще кое-что в воде у нас есть. О. Поплыли вниз. Ага. И что мне здесь дадут? А? Карту. Отлично. Где я вообще нахожусь? Ладно, посрать. Мы идем за молотом. Ой! О, тихо, не хочу падать. Все? Кажись, все. Что это за херня такая? Ну мне все равно туда не залезть, поэтому погнали. Блин, там хорошие сундуки, я вижу. Я не понимаю, что с камерой. Она как-то неестественно работает. Вверх, вверх. Дать. По стенам бежать?
Может, от стены прыгать? А, да, по стенам бегать. Все, поехали. Так, откуда, с какой стены мне тогда это начинать делать? Это немного сейчас непонятно, ладно. Ага, вижу. Может, это начальная типа миссия была? Меня только с этими врагами знакомят. Ну, на самом деле странно это все. Так, порча. Да, быстрее, что-то на обучение похоже. А нет, без пистолета я тут ничего не сделал. Ну, выносит на самом деле нормально. А, в принципе, мне дали уже ярость. Хватает на ульту. Да, и что вы мне предлагаете? Ага. Да, тут есть подъем, все нормально. Руды, как обычно, нет. Руд, как обычно, нет. Сломалось, значит, можно идти. Постоять. А далеко ли находится... А, мне ж нужно через стены бежать, точняк. Хотя... Нет. Я думал, короче, взять... Просто кидать от стенку до стенки, метать. Феерическую эту фигню. И потом все забрать. Чё, потом взорвать эту херь? Ну, оказывается, нет. Так, я открыл какой-то подъем. Допустим. Так, сразу сохранить. На всякий случай, мало ли вылетит. И впервые. Ага, это я сейчас где сундук, да? Ну, что-то не похоже. Ладненько. Что мне интересно, я нахожусь сейчас прямо здесь, да? Это я открыл проход. Черт. Да, это типа обучение. Бац. Убит. О, это ж новая способность, да, если я не ошибаюсь. Эх, выношу. Не вижу смысла пока тратить супер атаку. Ульту. Блин, ну ульта, в принципе, нормально тоже с одной стороны, но она очень быстро тратится. Ну, давайте это место зачистим и потом закончим. По сундука я возьму левый. Банка ярости. Окей. Немножко тогда не надо. Деньжище поближе. Кувырок. Опять файты. Кто на этот раз? Наш приятель.
я если сказал. Вот, смерть такой, да. Ай-яй-яй, рядышком оказался. Все, готово. Нет! Ох, как вынес вверх. На-на-на-на-на-на. Минус. Черт. Бамц. Разнос. Не, ну ярости, в принципе, очень много дают. Хотя я отдаю хп свое. В обмен на это. Так, вот туда я пришел, значит, мне нужно сюда. Но я еще ключ нужно где-то найти. Ой, туда лучше не падать. Он упал сам. Эй, приятель, в чем твоя проблема? Он просто падал сам. Я пытался в сторону стены прыгать, но не прыгал. Нужен ключ. Вода чисто прозрачная. Ну, я, конечно же, прыгнул. В поисках чего-то. Что может быть, а может и не быть. Хотя я за эти амулеты ничего не покупаю. Ну, не амулеты, но вы поняли, короче. За эти кусочки. Так, это место можно взорвать. Туда хера сундуков. Два сундука. Ау. Так. Да, походу только у меня один путь, это наверх. Ладно, побежали. Раз. Два. Замечательно. Главное не сорваться. И как мне его достать? Охренеть. Ну, в принципе, я так и думал. То есть, хотите сказать, там был проход? Я не видел там прохода. Так, стоять. Там что, проход был? Да нет тут никакого прохода. Заперто. Да ладно, да ладно. Как мне туда попасть? Ух ты ж, ё-моё. В принципе, пробегаем. Там мне нужно взорвать. А там я не могу взять ее. Не очень мне это нравится. Я там проходов даже не вижу. Так, что по карте? Ну, понятно, что мне сюда нужно. У нас еще два сундука наверху. Вот это неизвестное место. Непонятно, где это. Я не понимаю, как мне туда попасть.
хочу закончить эту... Показалось. Наверху точно ничего нету. Что? Ага. Ага. Двери напротив. Это там. Мне нужно сюда, чтобы зайти, пройти, открыть. Но мне нужно как-то попасть сюда. Что это за место? Что вот это за участок? Это участок под водой, что ли? Что иного я как бы... Вы издеваетесь. Они издеваются за ваше. Оно серьезно находилось под водой. Круто, тень. Ладно, нормально. Кажется, взорвалась. Офигеть. Взорвалась. Просто замечательно. Так, все взял, все взял. Просто дохера траты времени было на эту фигню. Это хорошо, что я хотя бы как-то додумался, прыгнул вниз, потому что, видите ли, я подумал, а что, где это, под водой, что ли? То, что у меня же там закрытый участочек был. Оказывается, да, блядь. Под водой. Прыжок. И ничего нету? Ладно, значит, просто так для красоты. О, сундук. А зачем только? О, ух ты, красивые. За желтым каким-то этим цветом. Еще враги. Фастом давайте. Бля, он меня увидел. Он меня увидел. Слушай, давай по-хорошему, я думаю. Крысы. На. О, тихо. Ух, назад. Минус. Там еще кажется, что выпало. Там две бутылки выпало. Или то предмет был. Нет, бутылка. Обычные косы. Необычные косы не нужны. Так, ну, тут понятно, что. Ключ. Да. Так, открываем тогда эту решетку, быстро пробегаем вперед и открываем дверь. И открываем дверь. И считайте, мы с вами дошли до того, куда нам нужно. За этим молотом. Надеюсь, предмет стойный. Может, оружие даже. Но из того босса точно он не может быть лучше.
И... Так, каменная кувалда. В руках умелого кузнеца этот молот дает способность выковать мощное оружие и доспехи. Верните этот предмет Балуса в трамвай. А-а-а! Зря это нашел. Да-да-да-да-да-да-да, вспомнил. Меня ж просили вернуть молот. Молот. Мне нужно, короче, все это барахло переработать. Так. Ладно, давайте я, короче... Чёрт. Телепортнуйся, закончим, я думаю. Поэтому как-то так. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. И... Всем... Давай, быстрее. И всем пока.